Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Человек-паук. Ну что ж, давайте посмотрим, что нас ожидает. Навыки. Кстати, навыки. Навыки развивать надо. Так, это у нас приземлившись во время проекта, чтобы снова взмыть воздух. Нет, у нас другое, вот. И костюмы, конечно. Замедление времени после идеального уклонения. И конденсаторы перезарядки увеличивают урон при запасе здоровья более 100. Ну, это... Дистанции Гарри дают полезные сведения, и они их профинансируют. Ты шутишь? Это прекрасно! Быстрее бы рассказать Гарри. Он не отвечает на мои звонки, странно. Я знаю, как для него это важно. Его мама бы им гордилась. Все это было для нее. Ты тоже немного помог, Тигр. Ты хороший друг. Как и ты, Эмджей. И Гарри точно знает об этом. Жду не дождусь статью. Итак. Все. С милашкой поговорили. Давайте-ка. Передвинем вот сюда. Хочу сфотографировать остров. Итак, мы уже у цели с вами. Давайте. Домики мы все сфотографировали. Научные станции все открыли. Кошечек всех собрали. И вот, собственно, основная миссия. Ой, сумка, сумка, подожди, сумка. Куда ты? Она думала, надо просто встать. Нет. Надо в сумке покопаться. Ужас, я не спал с самого задержания Фиска. Пора бы мне начать о себе заботиться. Так, а что нам здесь надо? А, нам надо наверх. Эй, парень, что ты тут забыл в такой час? Спать хочу, чё, забыл. Откуда ты тут в такой час? Вы же спите. Надеюсь, у моей удобный диван. Дядя Бен. Давай, что тут? Так. Ну и дурачком я был. Господи, это... Что ж, всем нам есть чего стесняться. Это что? Да, мне нравились лошади. Но разве только мне? Понятно. Спать. Давай спать. На диване спать. Как бомж. Тетя Мэй. Деньги. Я не могу их взять. Можешь и возьмешь. Я все отдам. Скоро. Учись просить о помощи. О, ты так похож на Бена. Бен Аплик. Встречу эту паркеровскую гордость и признай, что ты тоже человек. Как да. Все мы. Все мы люди, все мы человеки. Простите, что помешал. Просто хотел сказать, мне нужно уехать из города. Ты за главную. Ну, мне же не впервой. Долго тебя не будет? Я пока не знаю. Все в порядке? Одно личное дело, которое я давно задумал. Но позаботьтесь об этом месте. Оно представляет мою светлую сторону. Ой, а темную сторону давай. Маски свои. Что ж, пожалуй, займусь делом. Так, все, можно валить. Надеюсь, мистер Ли здоров. Алло? Привет. Видел статью? Ага.
Робби, наверное, в полном восторге. Да, они все говорят. И прикинь, мэр Осборн только что объявил, что сегодня днем вручит офицеру Дэвису награду. О, ну, он заслужил. Постой, после этого пройдет митинг Осборн... А, мне все понятно. Ага, нам тоже. Но все равно я рада за офицера Дэвиса и его семью. Я буду там как репортер. Составишь компанию? Да, конечно. Увидимся. Без проблем. Это кто, это разработчики? Ну, чё, себя прославили, чё? Чё нет-то? Ты вообще как Питер Паркер по улице ходишь или нет? Или только в костюме летаешь? Смотрим. Как унизительно брать деньги, Мэй. Надо бы отправиться в город и попытаться заплатить вперед. Это что? Говард, давно не виделись. Как дела у Пиджи? Грустит немного. Тоскует по братишкам. Для нас обоих это было как гром среди ясного неба. Владельцы здания решили отдать помещение под офисы, и нам пришлось переехать в Пир. Печально. Нью-йоркские арендодатели бывают бессердечны. Когда меня выселяли, всех моих птиц выпустили на волю. Вернулся только Пиджи. Я как Пиджи. Мог пытался найти остальных, но моя нога... Что за покемон, понимаешь? Пиджи? Знаешь что? Я же здесь бываю. Может, мне поискать их? Господи. Взял же задание. Так, ловите голубей для города в разных местах города. Ну, посмотрим, посмотрим. Навыки. Вы это сделаете? О, спасибо. Если чего-нибудь добьетесь, позвоните мне. Окей. Итак, голубей мы всех собрали. Какое-то там испытание чудилы мы прошли. Это дополнительные задания. И никакого отношения к основному не имеет. Так. Это что у нас? Бесшумный нокаут, намного больше концентрации. А это у нас, чтобы продолжать раскручивать его. Давай, вот это вот. Ну, пока есть. Вот так вот. Ладно, давай. Вау. Так. Мы пришли на основное задание. Что он нам несет? Кстати, бомбы эти паучьи вообще хорошая вещь. Мне нравится. Consolidated Shipping. Стрельба. Туточки, я туточки. Я здесь. Что ты видишь? Труп. Найти всех и всех убить. Похоже, демоны входят на территорию Фиска. Точно справишься? Справлюсь. Так. Сейчас мы его подвесим. Да. Так. Потихонечку. Один за одним. О, их там трое даже. Давай. И об трубу, об батарею, господи, башкой. Ну-ка, давай-ка я тебя похищу.
Как ты думаешь, не увидел он или увидел? Хоп! Хоп! Эй, хоп! На! Кто-то мычит. Вы взяли, что хотели. Так зачем нас убивать? Территория теперь наша. Да ради бога. Ни за что. Тихо, тихо. Не. Вот так вот. На, давай-ка я тебя в воздухе. Вот так, прилип. Все хорошо? Эй, Вилли. Ты? Классный комбез, стройнит. Не лезь в мои дела. Стой, демоны, кто у них главный? Спаси моих людей, и может я скажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, спаси, спаси. Кто меня будет спасать? Спасать одних плохих парней от других плохих парней. Вот этого я не ожидал. Не подходи! Я сказал, не подходи! Вот так. Что стало? Без палева. И да. Все, он прилип. Я привлек их внимание. Не. Не. Подожди, прилипни. А с тобой мы поговорим один на один. Все, прилип. Я сам бы разобрался. Ну да, ну да. Конечно. Так, лучше где остальные? Снаружи. Поищу людей Фиска. Вау. Беги, я их задержу. Я никуда не пойду. Нет. Да. На. И на. Вот так. Бам. На. Будьте здесь, ждите полицию. Блин, да как вы? Хоп. Надо быстро найти выживших. На. И вот так. Давай, мешком тебя. Пульно. Так, опять вертолет. Эй, здоровяк. Так. Давай-ка, здоровяк, прилипни. Подождите, кто-то где-то еще остался.
А, вон он. Не. Закатали. На. Бам. И еще. Подожди. Так. Хоп. Подожди. У меня, смотри, какая приколюха есть для вас. На. На. Порядок? Вот так вот. Да, спасибо. Костюмы. Костюмы мне не важно. Это вот тот черный такой. Не. Фиск, твои люди в безопасности. Говори, кто управляет демонами? Может, он там, а может и нет. Проверь крышу. Как же я скучаю по загадочным разговорам Фиска. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то тут есть. С мечом. А те с палками вроде были. Ну давай, это вот китаец, азиат этот. Никуда ты не улетишь. Да вертолет не может с такой штукой летать, он грохнется вниз. Чтоб тебя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Игра. Давай, клавиши. Ну да, краном дали тебе. Тут уж ничего не поделаешь. Перевязывай, перематывай. Давай, у нас столбы так лечат. Давай, давай. Так. Давай, где еще? Какая игра? Это правда случилось? Да. Примотал его. Поступает сообщение о вертолете с чугунным шаром. Ага, ситуация с демонами усложнилась. Держись, Юрий, я иду. Задание провалено, демоны скрылись. Ладно. Это правда случилось? Да. Тут поступает сообщение о вертолете с чугунным шаром. Ага, ситуация с демонами усложнилась. Держись, Юрий, я иду. Я разберусь. Вот, блин. За вертолетом еще охотится. Единственное, что это байда ему не дает хорошо маневрировать и летать. О, ракеты! Хоп. Этот вертолет ломает город. Я знаю. Его надо посадить. Знаю. Может, наш супергерой поторопится? Он торопится, Юрий. Закончу, свяжусь. Скрылся. Блин. Давай. Это правда случилось? Да. Сообщение о вертолете с чугунным шаром. Ага, ситуация с демонами усложнилась. Держись, Юрий, я иду. Так. Я разберусь. Блин. Он дразнит меня, этот вертолет. Давай, давай, давай. Ракеты! Это
Этот вертолет ломает город. Я знаю. Его надо посадить. Знаю. Может, наш супергерой поторопится? Он торопится, Юрий. Закончу, свяжусь. Юрия. Юрий. Ури, Юрий. Блин. Блин, сколько у тебя этих ракет еще там? Это мой шанс. Мой шанс. Чего шанс-то? Сдохнуть бесславно. Наматывай, наматывай. Вот так, так. Проломил кому-то офис. Все разломал. Не. Вы летите в Нью-Йорк? Итак, этого назад. Блин, понятно, что-то. Ай, я не то нажал. Мне придется просить вас посадить вертолет, сэр. Да. Надо вырубить двигатели вертолета. Да как так-то? Я не смогу заняться двигателем, пока он нападает. Минус так. Один движок. Теперь второй. А как я перемещусь-то к нему? Хоть какие-то есть планы-то? Он что-то не передвигается, во. Так это и есть ваш план? Заменить Фиска? Это только начало! Надо давай. Вырубить второй двигатель. Вырубил. Нужен план. Срочно нужен план. Наверное, это план. Наверное? Ну, это что-то похожее, да. Давай, Пит, ты сможешь. Только... Сможешь. Сколько людей переубивает это все дело. И город-то неплохо разрушили. Пит, не подведи. А, вот так надо. Понятно. Ладно. Стрелять, значит, надо побыстрее. Нужен план. Срочно нужен план. Наверное, это план. Давай, 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 давай. Немножечко, давай, немножечко. Ты сможешь, сможешь, сможешь. Смог. Так, теперь быстро-быстро нажимаем. Паутину. Получаем. Не подведи. Вот так. Я смог. На вертолете-то еще один был. В маске. Маски? Просто чума. Где вы их берете? Ой, старый! Ваш! Спасибо! А у них есть веб-сайт! Упс! Ваш, машхай! Ваш! Я поймал негодяев, но... Что но? Лучше захватить с собой лестницу. Эй, Майлз! Ха, фанат! Майлз. О, черт, я опоздал. Ты идешь? Нет, мне пора в ратушу на папину церемонию. А, да. Передай ему привет. Вот так. Майлз, ты где? Уже иду. Так, это пройдено.
МДЖ, церемония уже началась? Нет, все еще готовится. А ты где? Застрял на работе. Скоро буду. Так, увеличение здоровья. Ну, один уровень всего лишь поднял. Задание. Так, ну это понятно. А вот гаджеты. Так, жетоны испытаний. Ох ты, это какая-то что-то. Мина с лазерным взрывателем мгновенно обезвреживает врагов с помощью паутины. Ну-ка. Ух ты, прикольная штука. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и увидимся уже только в следующей серии.